хочется умереть. Знаю, о чем вы думаете. Знаю, зачем вы дышите. Видя, как вы танцуете, лишь ускоряя разбег. Двигаюсь в такте, двигаюсь в танце, двигаюсь в смерть. В эти минуты я не забуду вниз не смотреть. Я вспоминаю, как дверь от рая дышит легко. Дышит легко. Двигаюсь в такте. Мне так легко. За шторами алыми, видя, как вы поцелуями целитесь прямо мне в голову, лишь ускоряя разбег. Двигаюсь в такси, двигаюсь в танцы, двигаюсь в смерть. В эти минуты я не забуду вниз не смотреть. Я вспоминаю, как двери от рая дышат легко, дышат легко. Двигаюсь так, где мне так легко. Спасибо большое.
Первый тайм. Ну, и остались. Сейчас, подожди секунду. Танцуют все, но только медитативные, да. Все было зря. Кажется, это все пуля в висок. Кажется, это моя голова. Кажется, это что я не смог. Что же такое творится внутри? Что же такое творится со мной? Кажется, это что я перенес. Ты прячешь всю мою боль. Попав под эти лопасти, нам глаз уже не отвести. Нам глаз уже не отвести. We'll be right back.
большое. Хотели сыграть песню. Мы так понимаем, что остались ребята, которых задержало либо интерес к материалу, либо то, что просто им интересно, что будет дальше, потому что они знают, что есть еще какие-то песни, наверное, не самые такие скверные, да? Мы хотим сыграть песню, которую пел наш один вообще большой очень друг. И мы, наверное, это сделаем, просто обратите на это внимание. Лучше, лучше, лучше слушай.
может, ты мне поможешь стать. Саша, спасибо тебе, мне не поможешь стать. Знаешь все, ты мои мечты. Высоки они, далеки. Если сможешь взлететь, как мы, руку мне протяни. Я же так хочу стать лучше. Я же так хочу быть лучше. Я же так хочу быть лучше. Я что могу? Я же так хочу быть лучше. Знаю, что могу быть лучше. Знаю, что могу быть лучше. Знаю, что могу. Спасибо большое. Спасибо большое. Все понимают. Так получилось. Спасибо большое, да. На самом деле, я понимаю, почему, да. Но все понимают, почему. Вот тогда объяснение, вы сейчас поймете, почему, ответ еще один, почему все поймут сейчас, все. Ну, это логично, по-моему. Те, кто понимает, все. А те, кто не понимает, просто наслаждаются музыкой, потому что либо нравится, нравится, не нравится. Малыш, я все помню. Прилично будет в другой раз. Спасибо, что вы остались, и вообще классно. Потому что не то, что вы здесь, перед, да, не там. Я понимаю, что это ради нас все, на самом деле. Вчера смотрел Стивена Сигала, вот Урганта, блядь. Я извиняюсь, не могу, микрофон мешает. Парень просит iPad, хочет разъебать. Есть у кого? Пусть играет песню, потом iPad разъебет. Ребята, если какие-то есть девчонки, там, напрямите. Сейчас прокатит. Давайте. Поехали. А где, блядь? А что там? Ну. Подожди, а что ты там делаешь, малыш? Малыш, оставь вот эту басуху, а там все, по-моему, уже есть. Макс, минус, тише. Минус, тише. 30%. Тише, минус! Помни знакомые слова, от чего кружилась голова ночью и днем. Я не знаю точно почему, но я улыбаюсь. Это очень резкий поворот,
Это не классический подход, мое ремесло. Я бы не хотел играть слова, чтобы не кружилась голова. Всех нас ждет успех. Я оставлю информацию тебе на дальней станции, что я сошел с ума. Ты зайдешь с дистанции, что мне теперь не нужно занимать себя проблемами дня. Вот я заставляю себя жить, я люблю правду говорить, мое ремесло. Я не знаю точно почему, но я улыбаюсь. О, незнакомые слова, от чего кружится голова ночью и днем. Я не понимаю, почему мы все преисполнены дерьмом. Мне так обидно за себя. Я оставлю информацию тебе на дальней станции, что я сошел с ума. Ты зайдешь с дистанции, что мне теперь не нужно занимать себя проблемами дня. Вау! Я оставлю информацию тебе на дальней станции, что я сошел с ума. Я сошел с ума, но мне теперь не нужно, мне теперь не нужно. Музыка, она завораживает, да. Поп-музыка есть поп-музыка, согласитесь, потому что когда есть все, тогда нет вопросов. А то когда есть почему, тогда вопросы всегда есть, конечно. Ребята говорят, что они не читали книгу «Воды», да, «Старца Атхьяма», а «Балы» Шая Ахмета. Но почему нет? Первый раз, когда ты читаешь, что после последней песни всегда идет бис, по-моему, так с арабского, да, переводится? У меня тоже так оказалось. Всегда ступор, потому что
нужно делать из нового альбома события, и это существуют такие законы, ну, потому что мы время информации, да, я сейчас на зачете стою, я сейчас пытаюсь вспомнить какие-то еще главы, да. Мне кажется, будут слушать люди, если им нравится, независимо от, как это было представлено, наверное. Да, мы хотели сыграть песню, которую мы начинали все это. Было любопытно, что люди откуда-то, вообще фиг знает откуда, не набиваясь цену нисколько. Я не мог понять, почему именно эта песня. Типа, можно мы сыграем там? Потому что я сам не знал, как ее петь. Вот реально, я не понимаю, какие там слова. Я не знаю, какой там размер, но люди знают, в смысле, они говорят, а можно мы, типа, и это очень странно, мы ее сыграем, потому что она самая, она называется «Меня нет», а... Кому плохо, да, ты так сразу скажи. Вот, да. Кому на Руси хорошо, да? Да. Ребята, мы сейчас погружаемся в такое и... Мне надоело. Малыш, я понимаю, что тебе хуже всего, потому что у тебя нет ни микрофона, у тебя есть только брат. Но он не самый хуёвый. Поэтому просто поаплодировать. Парень старался, да. Малыш, ты заметен, да, ну реально. Ну, блядь, понимаешь, я просто спереди. Ты, ну, тут уж вообще никуда. Мама писала, что вот так и будет. Макс! Я Барю Ленского, но не вылезай. Что я? И Пушкин пришел! Сделаю не для себя. И Дантес говорит: твоя удача спит, и что-то говорит о том, что... И что-то говорит о том, что... Она не позвонит, она перезвонит потом, но... Она перезвонит потом, но... И Дантес уходит. Саша, блядь, мы так не говорили. Саша, блядь. А что делать в Франции после этого всего? Как выкручиваться? Русская буква против державы. Карта явно, блядь, никакая. Медленно слушая, правда я просто любя. Слава Дантесу. Я не смогу удержаться, начав все с нуля. Так закружили, что просто сейчас упаду. Саша, не вижу прицела, где ты? О, не моя вина. Черная речка, быстро. Не моя вина. Твоя удача спит, и
И что ты говоришь о том, что? Она не позвонит потом. Мой друг меня простил, да всё. Подумали, что все, как будто никого здесь нет. Конечно, мы хотим сыграть еще, и мы знаем, что вы тоже хотите. Похоже, блядь, ребята все в ваших руках. Я не знаю, сколько вы платили этого парня. Максим, если ты еще с нами, да? Разговор-то по-любому будет потом. Только сделай как надо сейчас. Только сделай сначала, подожди. Макс, сделай, пожалуйста. Они там в жопе, блядь, у них нету ни браманов, ни хуя вообще, блядь. Макс, вытягивай! Мы слишком разные. Мы слишком разные. Оу, yeah. Мы слишком разные.
слишком сладкие. Уберем из дома все свои разбитые одежды. Встаем все вместе кругом, небо, руки от земли. Мы забываем, что как прежде. Слишком разные. Мы слишком разные. Мы слишком разные. Мы слишком разные. Оу, yeah. Слишком разные, слишком. Я пацанам предлагаю еще какой-нибудь сыграть, потому что еще метро не закрывается, естественно, там. Мы сейчас сыграем только какую. Где Антон? Антон, слушай, ты не мог бы еще раз выйти, вынести своих вот ассистентов представителей музыкального салона Yamaha, с которым ты, они будут подставить микрофоны именно, да. Потому что нам нужно финальную песню «Слишком много любви» презентовать, действительно, потому что не все слышали, да, Тут самолеты из Индии, они, оказывается, там остановки делают. Представляете, из Индии летите, а говорят, подождите, вот здесь сутки, зависите в облаках, а потом мы вас заберем. Не все оказалось, что успели. Тимак, а что ты делаешь? Да. А где парень, который похож на этого? Он идет, да? Оля. Я могу и Антону запустить просто фонограмму.
Ребят, мы понимаем, что вы все слышали, все, что хотели. Мы просто хотим вот этот... Мы бы хотели еще, на это, согласитесь, это на данный момент приятнее. Дима, да, Дмитрий. Бас-гитариста, жизнь невозможна. Жизнь невозможна, фарш невозможно провернуть назад. Да-да-да-да-да-да-да. Лучшие песни с альбома, поэтому будем ее продвигать. Слишком много любви, слишком много добра. Я сижу у дверей, тихо, одна. Слишком много любви, слишком много чувств. Просто делаю я из пустяков. Я уже почти готов встать и пойти и наломать немного дров. Встать и пойти, просто чтобы кем-то встать нам по пути. Надо это признать. Думала так много слов, названные про любовь, а верный никому не повторю. Я должен был начать тогда, даже был навсегда. Верный я забыл, я все забыл. Слишком я остаюсь. Слишком много добра, слишком много весны. Я остаюсь. Мы так красны. Я уже почти. Слишком крепкий чай. Будут смотреть глаза. Переключай. Я уже почти как Новый год. Все так милы, все так милы. Ты думала так много слов, сказанные про любовь, наверное, никому не повторю. Я должен был начать тогда, когда жили навсегда. Должен был начать тогда. Спасибо. Нечего сказать. Слишком много любви. Мы не будем... Мы уже все сказали. Спасибо большое хотели сказать.
Алексею Пушкову, вот он здесь, хотели сказать, потому что как он видит своими глазами эту музыку, и он не спрашивает, что, блядь, вам надо, он говорит, это вам надо. И единственное, с кем можно согласиться, спасибо Валерию, по дизайну я никогда не видел, у меня не было никаких вопросов к афишам, и я подумал, ну сердце, которое уже больное, оно уже почти, уже его нету, все, это да, это именно на черном фоне, там, красная группа кино, это все, это так и есть, вот. Спасибо Паше Соколову, песня «Государыня», которую мы сидели с ним в Новый год, уже 1 числа, а мы уже много дел сделали, и мы поняли, что нам уже никуда уже не надо, в смысле, мы уже, блядь, были везде, и мы поняли, что нам просто надо хотя бы прийти в себя, а на это уйдет неделя минимум, и мы слушали «Аквариум», потому что хотя бы он не нервный, и мы боялись за свою жизнь, да. И Паша говорил, да ладно, Олег, ну они тоже выживали, не только мы, они тоже такие были чуваки. А мне казалось, что мы уже все на пределе. Спасибо Артему, который почему-то сказал, я говорю, слушай, вот есть EMA, PMS и PCRS, они сказали, что они нас будут записывать. А он говорит, а что они писали? А я говорю, я не знаю, ну, тогда мы пишем сами все. И спасибо Артему, который взял это все на себя. Да, он просто взял и сказал, а знаете, у вас есть свободное время, да? А у меня его не будет. Все, и все. А у меня не будет личной жизни, да. Вот. Поэтому он это все записал, и он сказал, если мы рискнем, наверное, что-то получится. Конечно, там, блядь, компрессия не поджата, здесь, блядь, вылезли верха, и, наверное, мы убоги в целом, да, все. Но, возможно, в чем-то мы остались сильны, да. Спасибо всем почему-то, кто интересуется, когда у нас концерт, и там пусть их там 25 человек, я их лично всех знаю. И почему-то я подумал, что эта цифра не повод заканчивается, вот это все, чем мы там занимались, там почему-то гитара все еще не продается, и никто, ни у кого не хватило ума, вот, согласитесь, что почти 4 минуты они не выключили на пульте ничего. Значит, им тоже интересно. Возможно, это идет и на них. Да. Оля Ходаковская, она все время говорит, хуй с тобой, пой как можешь, только убери эти, блядь. Я говорю, ладно. Ну, говорю, блядь, просто пожалей меня, блядь. Ну, говорю, вот. Мы привели парня, он говорит то же самое. Мы поняли, что это сговор, короче, им нужны деньги. Вот. Не, на самом деле, если бы не их любовь, не было бы вот даже вот этого всего, мне казалось бы, что они, можно на отъебись было бы это делать, но было слышно, что это все равно, они, им это все нравится, они относятся очень хорошо. Кажется, что мало улыбок, мало всего там, да, я уже начинаю себя чувствовать, как этот самый, я думаю, как эти придурки набирали свой рейтинг, ну, в смысле, вот эти, которые там ходили по всем этим каналам, да. Там всякие, ну, которые долго говорят, и все смеются, да. Вот. Никогда ничего не имел с ними общего. Просто хотел сказать спасибо всем. И сегодня действительно пришли все посмотреть, а что же, блядь, они, в смысле, после смерти могут? Ну, еще, как бы, да. Любопытно. Оказалось, что смерть — это временное явление. Оказалось, что действительно можно что-то сделать после того, как уже тебе самому показалось, что ну, ты уже на таком дне, что, блядь, уже только Евтушенко может тебя поднять уже оттуда. Вот я недавно смотрел на Евтушенко и Бродского, у них была небольшая дуэль, кто кому. Александр, я
хотел, чтобы вы меня застрелили в этом месте, но мы потом поговорим. Если вам все еще интересно, наверное, мы тогда будем этим пренебрегать и вызывать вас на какие-то следующие наши акции. Какие-то, потому что Космос Ком — локальная группа. Мы поем о своих вещах, мы выкручиваемся, как мы можем. Мы помним тех, кто нас любит, и, блядь, ребята, вот эта современность не может на нас повлиять никак. Но нам похуй просто, что здесь происходит. Просто. Мы просто помешаны на том, что мы любим. На остальное, вот Путин хуютин, ну ебитесь все, вот просто у нас будет своя песня. Спасибо вам большое. А это было Фишфабрик в любимом месте, в любимом месте, в любимом городе. К сожалению, блядь, таких мест больше нету. Всем, всем любви и всем надежды. Спасибо.